копай. Всю ночь об этом говорили. С тобой не завтракать, не обедать, не ужинать больше никогда не буду. Ну, может быть... Да нет! Люда, нет! Да ничего не может быть! Люд, я другую люблю. Подруга. Какая? Ну, которой помощь нужна была. А, да. Подруга, она благодарна и счастлива. Знаешь, Маш, я приглашаю тебя на свидание. У тебя есть два варианта. Выбирай нужный, да или нет. Понимаешь? А, ты имеешь в виду, что мы служим в одном подразделении? Да. Хорошо. Я переведусь. Ну, ладно, уволюсь. Из-за меня? Нет, из-за себя. Ладно, да-да, нет-нет. Я тебя больше этой дилеммой терзать не буду. Давай рискнем, а? Я подумаю. Здорово! Здоровее видали. Ну чё, приболтал Машку? А какой ответ ты хочешь услышать? Хочу услышать ответ на свой вопрос. Пока нет. Но обязательно постараюсь. А-а-а. Угу. Стой. Крендель он тертый, как бы не расшиб. Наш клиент, следователь УВД Берегин Виктор Валерьевич, подозревается в убийстве своей жены Юлианы Антоновны. А почему подозревают? Сестра обратилась в полицию, обеспокоенная тем, что уже 4 дня Елена не выходит на связь. Ну, а сам Веригин как объяснил, что его жена уже несколько дней неизвестно где. Была ссора. Ушла из дома. В общем, работаем. Я, в общем, здесь потопчусь. А ты машину убери, чтобы лишний раз не высвечиваться. Умный ты стажер, как я погляжу, да? А служебный вход перекрыть не надо? Давай ты здесь, а я на служебном. Сейчас Веригина ведет служба наружного наблюдения. В безопасном для окружающих месте они его блокируют. Будем брать. То есть доказательств убийства нет? Возможно, она была у подружки или у любовника. Вот и не выходит на связь. Косвенные есть.
После обращения сестры начальник УВД потребовал у Веригина объяснений. В результате Веригин пропал. На работе не появляется, на звонки не отвечает. Но ты права. Гаджет, запроси у наружки записи звонков и разговоров Веригина. Проанализируй. Хорошо, Сергей Антонович. Где сейчас наш клиент Гаджет? Сейчас запрошу, товарищ подполковник. Да, еще по нашему профилю. 11 лет назад Веригин стал призером чемпионата МВД по боевому самбо. Опа! Серьезный мужик? Лана! Да подавись ты своими деньгами, жмот! Ланочка! Встань от меня! Козел, встань! Ланочка! Да что? Ну, это тряпка за такие деньги! Ну и катись к своей дуре толстозадой! На ней сколько хочешь экономь! Ланочка! Козел! Ланочка, девочка моя! Несчастная! Отвали, я сказал! Ну, прости ты меня! Между нами все кончено! Ну, что хочешь, Ланочка! И больше не смей мне звонить! Да ну, послушай меня, ну, пожалуйста, Ланочка! Ланочка, ну все, что угодно для тебя, пожалуйста. Сергей Антонович, час назад Веригин встретился с моим двоюродным братом, который работает в ГИБДД. Что еще интересного по нашему делу? Ничего. Веригин попросил у брата денег взаймы. Объясняя тем, что у него ремонт в квартире. А гаишник пообещал свести с бригады, которая качественно и недорого работает. Заодно пивка попили. Да, а чего бы и нет, в семье порядок же. Потом у сослуживца в больнице был. В общем, обычный день. Ну и что получается? Жена пропала? Нет, конечно. Чувствуется напряжение, раздражительность, подавленность. Это не поведение человека, которого мучает неизвестность, тревога, когда не знаешь, что с близким человеком. Да. Получается, что он знает, что с его женой. Где он сейчас? Что делает? Может, его вообще в городе уже нет? По твоей милости мы не знаем. Может, он уже улики уничтожил и от тела избавился? Да ты вообще соображаешь, на что у тебя голова? Может, он жену эту распилил и в болоте сейчас топит? Мы не знаем. Телефон у него выключен. Алло, Назарчук, товарищ полковник. Никак нет, мы его упустили. Да он же из наших. Расшиб он нас. Ушел он через служебный ход магазина. Так точно. Понял. Пойдем. Товарищ подполковник, оперативно-поисковая группа сообщает, что они потеряли Веригина. Как это произошло? Веригин раскрыл слежку и ушел через служебный вход магазина. Так, Гаджет, проверь билеты авиа, ЖД и речного транспорта. Глухо! В смысле чисто! Свяжись с территориалами, пусть произведут обыск в квартире Веригина. Нужны зацепки, какие у него планы? Есть, товарищ подполковник. Думаем, думаем, где искать Веригина. Веригин, мне нужны ключи от хранилища вещдоков. Нас пустят. Веригин, ключи возьмите. Информации департамента собственной безопасности, честный мент. Гаджет, ты пробил финансы Веригина? Есть один банковский счет. На него начисляют зарплату. Нет, статья чисто. Подкупить его нельзя. Можно похитить жену? Версия. Нет, зачем? Повлиять на результаты следствия. Закрыть дело, например. Согласен, если дело серьезное, дело серьезное, раз похитили жену следака. Дело так просто не прикроют. Начальство, прокурорский надзор, потерпевшие. Ничего себе, захотел, закрыл. Согласен. Серьезное дело. Выделю
девочку в рядах закрыть не может. Есть другой способ. Развали дело. А вещдоки? Если похитить вещдок, на котором построено обвинение, адвокат развалит дело. Похищение жены объясняет поведение Верегина. Он знает, что с ней, что она жива, поэтому так напряжен. Но не паникует. Он способен жить обыденной жизнью. Или уверен, что убийство сойдет ему с рук. Гаджет. Верегин оформил в Центральном хранилище вещдоков запрос на работу на сегодняшнее число. Центральное хранилище? Серьезное дело. Гаджет, свяжи меня с дежурным Центрального хранилища. Замуровали демоны? Давайте, помогу. У нас всегда проблемы с этой дверью. Нужно по-тихому его задержать. Стоять! Берите, стой! Стоять, я тому скажу! Стоять! 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 Здравия желаю. Из квартиры Верегина. Судя по чеку, он эту трубку вчера купил. А упаковка от симки? Они нашли. Судя по всему, он и у уличных дилеров купил. Потому по телефонным звонкам засечь его не можем. Ладно, по серийному номеру найдем. Разберитесь, какие вещественные доказательства Верегин забрал из хранилища. Так точно. Обеспечьте все необходимое. Есть. Гаджет. Да, товарищ подполковник. Диктую. 35 61 49. Последний звонок Горбаневскому Леониду Викторовичу. Леонид Викторович, все в порядке, Людочка. Виктор Валерьевич, я даже не знаю.
Все в порядке. Я закрыл дело. Ты чист? А может, коньячку? Можно? Давай бахнем. Горбаневский арендует офис в бизнес-центре «Салют» на улице Незлобина. Других зацепок нет. Гаджет, проложи кратчайший маршрут. Да, и свяжись с охраной бизнес-центра. И других показаний против меня нет? Нет. И копии нет? Все честно. Я официально закрыл твое дело. Отлично. У Горбаневского в сауне произошел конфликт с его деловым партнером, с Парышевым. Свидетели говорят, что драки не было. Была ссора, в ходе которой Парышев поскользнулся, ударился головой и, в общем, смерть. Несчастный случай. Ну, в принципе... Ригин пришел к такому выводу и снял все обвинения с Горбаневского. Однако, судя по всему, Ригин материал дела сфальсифицировал. Перечень материалов. Новый. Нумерация листов. Старая. И некоторых листов не хватает. Это были свидетельские показания? Да. Вполне возможно, там была не просто ссора, а убийство. С каким-нибудь неумышленно. Дим. А в деле есть вещественные доказательства? Вещественных доказательств в деле нет. Все обвинение строится именно на свидетельских показаниях. Тогда что он делал в хранилище вещдоков? Вопрос. По информации из поста охраны в бизнес-центре, где офис Горбаневского. Веригин сейчас там. Выходит, Горбаневский организовал похищение жены Веригина? И следак сфальсифицировал материалы дела, чтобы его отмазать? Или сфальсифицировал, чтобы на деньги Горбаневского свалить куда подальше. Гаджет, свяжись с охраной бизнес-центра. Пусть возьмут офис Горбаневского под наблюдение. И сообщат, как только Веригин покинет помещение. И пусть установят по камерам, на чем он приехал. Будем понимать, как он уходить собирается. Ну, теперь твой ход. Вить, такое дело. 500 000 сумма очень серьезная. Подожди. Ты сам сказал, да что... Да был такой разговор, я не отказываюсь. Просто сейчас-то мне за что платить? Дело ты закрыл, и назад ходу, ну, как ты сам утверждаешь, нет. Но я отблагодарю. Нет, ты заплатишь. Звони в бухгалтерию. Я назову счет, на который ты перечислишь деньги. Ну! Хорошо, хорошо. Так, отсюда третья полка. Да. Ген забрал из хранилища переносной жесткий компьютерный диск. Это улика по делу Аврамяна. Банкир он погиб в результате ДТП. Как связаны дела Аврамяна и Горбаневского? Никак не связаны, товарищ подполковник. Спасибо. Ну, а при чем здесь этот Аврамян? Я бы хотел спросить, при чем тут Горбаневский? Выходит, все-таки он убил жену. Да, а с Горбаневского и организаторов убийства Аврамяна хочет рубить денег. Товарищ подполковник, Веригин вышел из офиса. И Горбаневский вместе с ним. А не выяснили, на какой машине он приехал? Через минуту будем. Веригин приехал на такси. Где твоя машина? Виктор Валерьевич, ну куда? Машина где твоя? Ну, там, на стоянке. Пойдем прокатимся. А то тебя отпусти, начнешь кричать: полиция, ограбили. Да я не буду. Пошел, один раз ты меня уже обманул. Где она? Вон. Вот это? Да, это. Садись за руль. Оружие на землю.
Дайте нам уйти! Ты никуда не уйдешь. Все кончено, сам понимаешь. Ты же честный мент. Запутался, разберемся. Отпусти его. На колени. Ствол на землю. Подполковник, мою жену убьют. Если вы сообщите о моем задержании, ее убьют. Партия! С большого куша отыграешься. Иди бабу глянь, не сдохла? Тут без нее большого куша не видать. Не сдохла. Ты меня слышишь? Внимательно, шеф. Как там у вас обстановка? Тишина. Везите груз в нору и ждите меня с пассажиром. Что, созрел? Понял. А автокатастрофу Аврамяна подстроили? Я не знаю. Я еще не получил результаты экспертизы. Что на жестком диске? Да не знаю я. Я еще не начал с ним работать. А зачем он тем, кто твою жену похитил? Версии есть какие-то? 2 недели назад Центробанк отозвал лицензию банка Аврамяна. Они подозревались в обналичивании и отмывании крупной суммы денег. Плюс госконтракты на строительство и ремонт дорог. Бюджетные деньги воровал? Я думаю, на диск как раз информация о счетах, куда выводили средства. Для серьезных лиц могли и засветиться. Кто-то из правительства области. А Горбаневский? Денег хотел взять у него. Из города уехать. Свояк на Украине обещал с документами помочь. Все равно карьере край. После того, как я вещдок украл. А почему о похищении не заявил? Дело в том, что я знаю человека, который на меня вышел. Это бывший сотрудник Галимулин. Он обвинялся в вымогательстве, но дело закрыли. Они свидетеля грохнули, который на секундочку под охраной был. Ты думаешь, у него связи в полиции? А то. Стоило мне заявить о похищении, он сразу бы узнал. Когда ты должен передать диск? Уже ждут. Не дрова везешь, баба переломается вся. К чертовой матери. Значит так, гаджет, свяжи меня с Гончаром. Здравствуйте, товарищ генерал. Берегин действует под давлением. У него похищена жена. Похитители требуют вещдок, который похитил он. Да, именно это я предлагаю. Знаю, что рискую. Под мою ответственность, товарищ генерал. Спасибо. Сафонов, сними с него наручники. Есть. Они сводки по городу отслеживают. Вот мы тебя в сводку и дадим. За нападение на хранилище вещдуков. Объявим в розыск. Так ты вызовешь у них большее доверие, как человек вне закона. Звони, назначай встречу. Отследить транспорт похитителей разобрались. Гаджет, как Веригина вести будем, чтобы во время штурма не пострадал ни он, ни его жена? Как обычно, маячок привесим. Не пойдет. Если там ребята ушлые, наверняка сканером проверят. Надо что-то придумать, чтобы без радиосигнала. Не надо. Тепловой датчик. С виду обычная банковская карточка. При активации нагревается до 50 градусов Цельсия. На тепловизоре будет видна отчетливая метка. Зарядил и порядок. Что, приехали? Не сдохла еще? Давай, вылезай, разомнись. Ну как там тёлка? Копыта не откинула? Как-как? Посиди 2 дня в гаражном подвале, сам узнаешь.
Диск принес? Принес. Где моя жена? Садись. Да чистый, я чистый. Береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Давай телефон. Квитанцию выписал. Внимание, объект начал движение. Дядька Конь, координаты на навигаторе. Да, это Галимуллин, товарищ подполковник. С необычным послужим списком, между прочим. Озвучь. Галимуллин Дениар Маратович, бывший оперуполномоченный. По предположениям наших аналитиков, может возглавлять преступную группировку, специализирующуюся на похищении людей и вымогательстве. Жертвы. 4 трупа. После получения выкупа заложников убивают. Свидетели молчат или исчезают, поэтому доказательств нет. Понятно. Упыри. Хватит сосать! Что вы хотите? Что вы собираетесь делать? В Турцию поедешь. В бордель. Или в Ирак. У меня муж в полиции работает. Очень страшно. Меня ждут, вам же хуже будет. Вы слышали, что я сказала? Вы поняли? Заткнись, дрянь! Никто тебя не ищет. Никому ты не нужна. И мужу тоже. Жены надоедают. Их менять надо. Помолчи. Ой. Пойду отолью. Да. О, шеф приехал. Отмучилась баба? Отмучается, когда закопаем. Диск. Где моя жена? Она. Видите? Чего, оборзел? Мы ж тебя порвем сейчас. Быстрей! Да веду, веду! Иди. Иди-ка. Иди. Лена, подойди ко мне. Тихо ты! Тихо, не ори! Я резко сказал! Если бы он меня порезал, иди давай! Прокатил уже. Порвем. На, парень! На! На!
это он. Серый, давай их в лес. Угу. Товарищ подполковник, машина Галимулина у заброшенного дома, недалеко от поселка. А Веригин? Веригин? Веригин внутри. Все хорошо, что хорошо кончается. Mm-hmm. Mm-hmm. Ладно, пацаны. Пойду спать. Чё-то плющит меня совсем. Иди поднимай. Не выспался я сегодня. Сладких снов. Еще раз предупреждаю, убыли, терять им нечего. Работаем осторожно. На поражение. Так точно, товарищ полковник. Веригин от вас в 5 метрах ниже по лестнице. Ребра целы? Вроде целы. Хотя, походу... Рэмбо ранен. Нужна скорая. Одно сломано. Скорую вызвал. Понял. Заживет. Давно не испытывал таких ощущений. Веригин где? Веригина нету. Да и жены его, походу, тоже нет. Товарищ подполковник, бумажник у Веригина забрали, значит, его вместе с женой везут в машине Галимулина. Товарищ подполковник. Товарищ подполковник, я засек машину Галимулина. Высылаю координаты. Судя по радиомаяку наружки, машина Галимулина в 3 километрах отсюда, в лесном массиве. Чё ты пялишься? Копай! Сам рыть будешь! Отмучилась тетка. Отпустить! Копай! Товарищ подполковник, до объекта около 300 метров. Стоп, машина. Работаем предельно внимательно. Живи давай.
Выходи! 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 Я пострелю ее! Выходи! Не хочешь копать? Окей. Пусть нас звери жрут. Галимулин. Чем живущ ты? Опусти пистолет. Не подходи! Поверни его по часовой. Стоять, я сказал! Я отпущу тебя. Убирай своих головорезов! И ты уйдешь. Я сказал стоять! Стоять, я сказал! Стоп! Меня выбрат на пенсии, если заложница пострадает. Я выполню все условия. Машину мне! Я тебе дам время уйти, у тебя будет машина. Я сказал быстрее! Я тебя не буду преследовать. Стрелю ее! Я уверен, мы сможем договориться. От тебя требуется только одно. Ты будешь в полной безопасности, если заложница останется в живых. Я пристрелю ее! Мужик, ты живой? Держись. Сейчас скоро приедет. Маш, раненый, тяжело. Нужна скорая. Есть, товарищ подполковник. Кровотечение остановили, выкарабкаться. Ну, слава богу. Старею. Чуток пробежал, уже сдох. Ай, олухи молодые. Где, может, Володька? Володька тебе дать? Ой, похлопай, похлопай, похлопай. На стол выставишь? Коньячок другого повода ждет. 25 лет уже ждет. Когда я старлейские звездочки получал, мы поставили его. Чтобы потом отметить три большие полковничьи звезды. Не жалко на день рождения? 49 лет – прекрасная дата. А своего звездного часа я, наверное, уже не дождусь. Через год на пенсию. Да ладно тебе, Сережа. Был у тебя звездный час и не раз. Вспомни, сколько ты людей спас. А дети? Вот твои звезды. Ну, это не звезды. Это ордена. Мне за отвагу, а тебе за стойкость и мужество. Вань, сходи к папе в кабинет, там штопор в ящике. Знаешь где, да? Спасибо. Вань, Ваня. Простите, товарищ командир. Я в школе остаюсь. Рация будет установлена на полупроводника. А Болельщиков? Болельщиков сволочи и триплан. Прости меня. Попал один солдат один раз на голубок. У вас в офисе, наверное, весело. Прости. Да ничего. Я же все понимаю. Да я не об этом. Уперся я. Меня без меня женили. Какая разница, как мы познакомились? Это тоже проехали. Ты мне нравишься. А вот этот пункт можно и развить. Это же хорошо. Можно совмещать приятное с полезным. О, конь. А чё, грустишь, как загнанная лошадь? Да не, нормально. А чё, без Ани? Поссорились? Расстались.
Женщины. И жить с ними невозможно, и пристрелить жалко, да? Не помешаю вашей веселой компании. Значит, хочу вам представить. Ой. Лучший в нашем полку по исполнению анекдотов. Жаркое готово. Ванечка, помоги, пожалуйста. Я подумала о дилемме, Рэмбо. Да, нет. Ну что, значит, останемся друзьями, да? Такой формат отношений меня не очень устраивает. Я согласна. Пойти с тобой на свидание. Подразделение «Город» за стол! Значит, командир, я, точнее, мы все, от лица, так сказать, личного нашего состава, хотим, дружно хотим... Извини. Слушаю, товарищ генерал. Спасибо, товарищ генерал. Так точно, празднуем в полном составе. Нет, еще не начали, только расселись. Слушаюсь, товарищ генерал. Отставить тост. Группа на выезд. Так у вас же выходной. Побег из СИЗО. Группа особо опасна. И бескорыстно подарит счастливую даль. Просто поверь, что кому-то в соседнем строю также за эту вершину, за эту медаль ничего не жаль. Ни штыков, ни роз. Если за мечту, если все всерьез, ничего не жаль. Привыкаю, девочка. Жена офицера – это тоже служба. Давайте выпьем за то, чтобы наши мужчины всегда возвращались домой. Это почему с соком? За рулем? Пополнение личного состава ожидается. О! Внимание всем! Новая информация из блока СИН. СИЗО завершен побег группы из 7 человек. Еще раз. У нас в побеге не 4, а 7. Пятеро обвиняются в вооруженном разбое и вышли на убийство. Они приговорены к пожизненному заключению федерального судьи. Может быть, ты хотел бы остаться другим? Может, хотел просто жить и свободно летать? Знаешь, всегда в жизни есть шанс остаться любым. Но вот вопрос, что за это придется отдать? Ничего не жаль.